Эта картина называется «Осенний дом», и оригинальная картина, с которой была сделана вот эта вот канва, это произведение Томаса Кинкейда «Викторианская осень». Купила я ее на AliExpress, продавец Yuvu Market, но набор сам. Бренда Joystar, не знаю, как это правильно. Купила я его за $33.45. Размер 50 на 70 сантиметров. Это полная выкладка. Стразы квадратные. Но опять, хоть и немного брака, но стразы разного размера. Особенно вот эти вот черные и вот эти вот светло-желтые. И как вы можете видеть, из-за того, что в них брак, они все абсолютно разного размера, то вы можете видеть вот эти вот огромные пробелы между стразами. Вот особенно это заметно вот в этих трех. Вот в бежевом, в желтеньком и в черных стразах. Особенно бросается в глаза в светлые стразы пробелы. Ну вот именно потому, что сам цвет светлый, а канва все-таки под низом такая темноватая. Что мне еще не понравилось в этом наборе, это то, что мне не хватило двух цветов. Слава богу, у меня был еще один набор, который я заказывала. Также от Joystar, я и не знала, что я два набора из одинаковой компании заказываю. Я заказывала их от разных продавцов, но бренд этих наборов был от Joystar. И, слава богу, там были одинаковые те же самые цвета, которые у меня здесь закончились, поэтому я взяла. Ну и, ну, как минимум, пакетик мне нужен был для того, чтобы закончить эту картину. То есть два цвета, которые закончились, я взяла по пакетику, и мне как раз хватило. То есть это довольно-таки много. Что входило в состав? В состав входил, как вы видели, когда я распаковывала посылку, стилус, подоник для страз, пинцет и зип-пакеты. Канва хорошего качества, пропечатка нормальная, но у меня было и лучше, и четче. Некоторые знаки очень близки между собой и по написанию, и по цвету. И также они стоят рядом на этой картине. Ну, например, вот посмотрите. Если вы видите 931 и 3768F. Тоже они и по цвету, и по написанию близки, и также они здесь рядом стояли друг с другом. Также без подсветки не разобраться, особенно вечером. Далее, на канве было очень много темного фона, поэтому нужна была подсветка плюс LED-лампа. Но днем солнечного света, в принципе, было достаточно. Цветов здесь около 40. Выкладывала я эту мозаику 33 дня, чуть больше месяца, по 2-3 часа вечером и еще часа 2 днем в воскресенье. Вышивалась она легко, с учетом того, что хоть и не часто, но довольно-таки быстро. Ну и, конечно, от того, что я выкладывала, я получала огромное удовольствие, хоть опять и в конце не хватило цветов. Но страсики красивые, сама цветовая гамма очень приятная. И на оригинальной картине она была, когда я заказывала, немножечко другая, она была ярче, здесь цвета такие более приглушенные, получились как раз осенние. Буду ли я еще заказывать у этого продавца или у Joystar? Честно говоря, мне бы не хотелось, потому что мне не понравилось, что такие две большие огрешности и два цвета закончились, и еще стразики разных размеров настолько, что опять видны пробелы, и их можно видеть невооруженным взглядом. Не знаю, то ли мне вот эта вот одна картина такая с браком попалась, потому что я слышала довольно-таки хорошие отзывы об этом Joystar. У меня еще одна картина есть, я ее уже показывала распаковку, рождественская картина с елкой. Вот так она вот выглядит. Именно оттуда я и брала те стразики, которых мне не хватило. Вот когда я ее вышью, тоже скажу, были ли там какие-то недостатки или нет. Или все же вот эта вот картина, это вот такая вот дефектная, мне одна попалась как исключение из правил. Может быть, если мне, ну, очень сильно какая-то картина понравится, ее больше в другом магазине не будет, я, может быть, закажу.
либо сделаю так называемую custom, да, на заказ в магазине Evermoment, потому что я о нем слышала только положительные отзывы. Для себя я еще не нашла магазин на AliExpress, но буду искать, как только найду, обязательно с вами поделюсь.